школе номер 10 выложили аллею выпускников. 6 молодых яблонь одиннадцатиклассники посадили при поддержке первоклашек. Саженцы и необходимые для их посадки материалы приобрели на деньги, вырученные со сдачи макулатуры. За рождением новой традиции в 10-й школе наблюдала и наша съемочная группа. Дождь и холод – не помеха. Во дворе 10-й школы зарождается новая традиция. Идея создать аллею выпускников принадлежит самим одиннадцатиклассникам. Здесь все символично. Высаживать молодые яблони тем, кто заканчивает школу, помогают те, кто только начал учиться – первоклассники. Мы хотим оставить память о себе, нашей школе, чтобы, приходя в школу, мы могли увидеть свое дерево и помнить, что мы здесь учились, что мы выпускники этой школы. 6 деревьев и 60 выпускников. На покупку саженцев не потратили ни копейки из родительского кармана или школьной копилки. Зарождение аллеи выпускников стало возможным благодаря общешкольной акции по сбору макулатуры. Мы ее приурочили, конечно же, году экологии. С данной инициативы обратились в администрацию городскую. Управление экологии поддержали нашу инициативу. Предложили собрать макулатуру, которые также организовали нам помощь в вывозе этой макулатуры и получении средств. И на собранные деньги от вырученные средства от сбора макулатуры были приобретены вот эти саженцы. Общая масса собранной школьниками макулатуры составила почти 3 тонны. Самый большой вклад в доброе дело внесли ученики 3 А. Всем классам набрали почти 400 килограммов. Наградой за такое достижение стало участие в высадке деревьев. Ребятам доверили посадить из пакетов вазоны 10 кустов туи. Задание из легких. Эти школьники, еще будучи первоклашками, уже сажали в школе деревья. Мы сажали в мае их. Тогда тоже было чуть-чуть прохладно. Мы начали саженцы, потом их поливали каждый день. После окончания работы традиционное фото на память. Заложив аллею выпускников, одиннадцатиклассники отправились на занятия. Готовятся к единому госэкзамену. Ирина Тимофеева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.